А вот сам виновник ролика, Рыжик. Говорит, ты же мне ничего плохого не сделаешь. Идем с тобой. Проходите. Все, я ему купила, вот посмотрите. Давайте сейчас оденьте тогда ему ошейник. Сначала оденьте, потом снимите этот. А то будем за ним. Что ты мой, колоссы, колоссы мой. Здравствуйте. На манеже все те же. Вот у нас гуляют наши питомцы. Вот Еремейка ко мне грязно пристает. Сегодня у нас ролик, я думаю, позитивный будет. У нас есть питомец. История его, я его историю уже рассказывал. Его зовут Рыжик. Так вот, сегодня Рыжик поедет в новый дом. Ну, не в новый дом, он поедет в свою семью, как я надеюсь. Я вам покажу, расскажу, покажу, куда он приедет, что, как. Давайте посмотрим. Я сейчас вам немножко покажу банду нашу. Это часть собачек у нас гуляет. Они сидят вот в этом вот вагончике в теплом. Эти короткошерстные собачки. Вот. И это у них утренняя прогулка. А вот сам виновник ролика. Рыжик. Рыжик бояка. А эти вот прыгают. Ай, надо всем обниматься. Надо всем. Кики, Кики. Ты в курсе, что ты Кики? Кики. Да, Кики. Беговая Кики. Да вот такая вот она. Еремей поругает ее. Еремей. Или для нее. Ай, Рыжик. Рыжик, веселица такая. Челябинские товарищи два. Два челябинских товарища. Обнимательно. Диван. Хана. В диване было что-то спрятано. Наверное, самое вкусное было спрятано в диване именно в этом месте. Вот. Садиться нельзя вообще. Надо постоянно двигаться. Да, Нюша, иди сюда, Нюша. Нюша. Ой, Нюша забралась. Да, вот такие вот. Вот они такие. Нюша, обнимательные собаки. Ой, вот такие. Да, Нюша, ты Нюша. Ай-яй-яй-яй. Вот. Ладно, давайте смотреть, как проходила поездка. Вот, пристегиваемся, ворота закрыли. Че, едем, Рыжун, да? Да ладно тебе, он его колбасит. Ребят, смотрите, вон он сидит такой тут у меня, на меня смотрит. Такой говорит, ты же мне ничего плохого не сделаешь. Нет, конечно, Рыжик, все хорошо, сейчас приедем. Нет, нет, все нормально, не переживай. Парню, конечно, довелось поменять не раз место жительства. Надеюсь, что в этот раз все будет хорошо. Едем, в общем. Ну что, мы с тобой приехали. Давай, пойдем. Да, 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 да. Парень такой запутался весь. Я его тут отцеплю. Вот мальчишка. Идем, идем с тобой. Вон нас уже там ждут.
Уже двери нам открывают. Хорошо. Хорошо. Как вы тут, ходите-то? Да как, молча. Молча. Проходите. Проходите. Рыжка. Рыжка. Держите. Рыжка, чуть мой холёсик. А где Галя? Галя осталась с собачками. А я хотела вам чай, вас чаем напоить. Надо ехать, нас работы же, ну, сами видели. Понятно, столько, да? Столько всего. Рыжка, все я ему купила, вот посмотрите. Давайте. Вот смотрите, вот я ему купила. Угу. Ошейничек, у него много-много этих. Вот видите, прям много дырочек, видите? Угу. Вот поводочек купила. Вот чашечки, еда. Ну, еду я еще куплю. Я просто заскочила. Подстилочка. Понятно. Вам, знаете, я что еще порекомендую? Да. Надо ему адресник сделать. Хорошо. Это надо ему брелки такие специальные вешаются. Ладно. И по-хорошему бы еще на ошейнике написать прямо ручкой номер телефона. Номер телефона, да? Да. Ага, обязательно. Хорошо. Вот. Ладно. Он со мной ехал долго, мы, ага, мы макулатуру ездили, сдавали. Ага. Вот. Макулатуру еще сдаете? Ну да, любую денежку, какая есть, все. Ну да, понятно, все понятно. Как столько пытаемся. Питомцев. Да. Пошел проверять. Пошел проверять. Он вот. Его еще надо выводить? Да, его обязательно. Я сейчас его, ага. Его. Давайте сейчас оденьте тогда ему ошейник. Давайте попробуем, да? Да, конечно. Рыжик, иди сюда. Иди сюда. Ты знаешь, что ты рыжик? Я говорю. Да, вот. Попался? Вот, побежали. Иди сюда, иди, не бойся. Не бойся. Нет, сначала оденьте, потом снимите этот. Да нет, не бойтесь. Я говорю, сначала оденьте. Ладно, оденьте сначала. Хорошо, сейчас все сделаю. Давайте, вот. А то будем за ним видите, бегать. Видите, они все хорошо. Посильнее, да, потуже? Ну, и не надо. Надо потуже, надо, чтобы два пальчика, ага, только. Ага, чтобы два пальчика, да? Да. Вот так, хватит? Да, да, вот он сейчас не вывернется. Ага, потом он к вам, Рыжка, когда уже будет подходить. Рыжка. Наш боевой ошейник можно снять. Вот, все. Рыжка, вот твое место будет. Да, ты тут мой колосик мой. Вот. Мальчик мой. Вы ему ногти подстригли, да? Ой, какие вы молодцы. Ты мой сладкий мой, мальчик мой. Да. Я тебя выведу и помою потом. Да, на ночь его помоете. На он... ночь обязательно помою. Я что... уже там все приготовила. Все. Ванну ему, все. Все, значит, тогда давайте фотографии, как вы целуетесь, обязательно, гуляете. Обязательно. Видео. И видео буду присылать. Да, давайте. И вы в гости заезжаете. Подождите, я... Подержите вот так вот. Я тут вам кое-что, ну так, покушать. Придете хотя бы чай попьете. Вот такой вот возьмите, пожалуйста. Держите. Давайте. Угу. Ага. Рыжка, ну все, Рыжик, давай. Такой красавчик, такой хороший. Ладно. Ну. Давайте, до свидания. Все, галочки, привет. Хорошо. Вот Рыжик приехал домой. Сами все видели. Женщина подошла к этому делу очень ответственно. Что я могу сказать? Я думаю, что все у Рыжика будет хорошо. Он к нам приехал, сами видели, в каком состоянии. Сейчас он более-менее пообвыкся, тоже стал даже ко мне подходить. Хотя до этого приходилось его ловить. Но ну, время покажет. Мы, честно говоря, сомневались, отдавать его, не отдавать. Но исходя из того, что здесь он будет один, здесь он будет любим. И в любом случае собаке здесь будет лучше. Ну, к тому же, это все рядом, мы можем в любой момент съездить, попроведывать его, и либо, если какие-то будут вопросы или проблемы, мы можем его также приехать и забрать. Поэтому, ребят, если понравилось это видео, конечно же, ставим лайк, пишите в комментариях свое отношение ко всему. Вот. И еще просьба, не надо приводить нас в пример никому. Мы такие, какие мы есть. Я... Не хочу сказать, что мы лучше или мы хуже.
Не надо другим блогерам, другим приютам говорить, что а вот там Галина и Сергей, там у них там столько-то собак. Потому что это все, во-первых, нарастает как снежный корм. То есть у нас собак, ну, где-то около 160, потом говорят уже 200, потом уже 250, потом уже 500, потом 1000. И начинается такая нехорошая возня вокруг нас. Это мы не обращаем на это внимания, но мы, как бы, понимаете, ну, не хотим такой славы. То есть она нам не нужна. Мы не делаем, не набираем собак ради того, чтобы попасть в книгу рекордов Гиннесса. Вот. Мы просто помогаем, мы стараемся помочь. Единственное, что у нас получается так, что Галя не может отказать, и поэтому собачек все прибывает. Но ролик не об этом. Это так, это просто просьба. Поэтому, значит, ставим лайк, пишем комментарии. Если поделитесь роликом в соцсетях, будет вообще классно. Это вы поможете в продвижении нашего канала. Я очень много времени уделяю этому, и поэтому мне очень приятно видеть, когда у нас появляются, добавляются новые люди, новые подписчики. Всем здоровья, берегите себя, берегите своих питомцев, берегите близких, помогайте бездомным животным и просто животным, помогайте любым. Вот. Всех обнимаем, всех крепко прижимаем. Пока-пока.